Всем привет! Сегодня поговорим о сборке Peppermint OS, то есть Peppermint операционная система. Сделана она в Англии на основе Debian и Ubuntu. LTS обозначает Long Term Support, длительная поддержка. У нее длительная поддержка до 2023 года. Архитектура вот самая различная. i86, 686, 86 и 64. Хорошая система, простая в управлении и надежная. Значит, немного я видел английских сборок, но вот эта сборочка лично мне, скажем так, она понравилась. Легко в управлении, нормально настраивается. В общем, хорошая сборка. Программа устанавливается через менеджер пакетов Synaptic и через менеджер программ. Практически, ну, это как бы дополняет друг друга. Еще один вариант, это можно скачать дебиановский файлик из интернета и его установить установщиком дебиановских файлов. Вот в менеджере программ есть такая вот кнопочка Flatpak. И если на нее нажать, вот видите, зеленым кружочком появляется программка. Если вы считаете, что Flatpak у вас большой и кушает много места, вот нажимаете кнопочку «Удалить» и, как говорится, удалите его. Ну, в принципе, у меня установлены здесь Flatpak для Skype, WhatsApp, для Telegram и для программы для редактирования видеороликов шотката. Ну, а тем не менее, в принципе, вот у меня 11 гигабайт занимает все это дело. Ну, ничего, считаю, что это терпимо. Вот. Значит, так что рекомендую вам, значит, на DistroWatch они пишут, что, значит, это на основе Debian и Ubuntu. Тут архитектура там для тополя. Дистрибутивы на Debian, Ubuntu, LXDE, рабочий стол, X-Face. Ну, нормальная, хорошая рабочая сборка. Поэтому я, значит, вам это дело... Поэтому я вам это дело оставляю на апробацию. Отпишитесь, у кого, что и как. А на этом я прощаюсь. Всего вам доброго, всяческих удач и до новых встреч.